Приветствую гостей и подписчиков канала Бодр 23. Сегодня мы будем обсуждать очень интересные и накопившиеся новости по Stalker 2. Много чего было интересного и, конечно, зловещего для GSC. Ну, начнем с самого начала. Злоумышленники взломали официальный канал Stalker 2 в Discord, господа. Ну, это плохие звоночки, так как пароли, логины, кибербезопасность и остальное должно быть в компаниях, разрабатывающих игры, на высшем уровне. И это, возможно, звоночек к тому, что и Stalker 2 в сердце Чернобыля вскоре взломают после релиза. Такое тоже может быть. Ну, как вы понимаете, взломали сначала аккаунт Тараса Кукуряна, PR-менеджера. Он ник тапик имел, так сказать. Ну и понеслась душа в рай. Они переименовали группу, поставили туда вас, машинку, картинку. И на этом пофанили писали, скинуть им пару денежек за прекрасный чудесный взлом. Все можно взломать, если халатно относиться к переходу по ссылкам, господа. Так что будьте бдительны. Далее, бояре. Следующая новость. Stalker 2 создается на движке Unreal Engine 5. И это очень хорошая новость, потому что действительно это новое поколение, это не четвертый Unreal Engine, как все думали. И все это вскрылось после того, как официальный твиттер-аккаунт Unreal Engine написал на страничке официально сталкера, что можно уже рассекречивать эти данные, господа. Поэтому сталкер решил подтвердить, и GSC выкатила пост с окном открытой зоны, где нарисована картинка, грубо говоря, сцены определенной. Ну, возможно, мы ее когда-то встретим в игре. Ну, это не точно. Далее. Главного героя Stalker 2 озвучил украинский актер дубляжа Денис Любимов, бояре. Ну, это более известный человек в мире озвучки и всего остального. Он действительно хороший контент-мейкер, голос 95-го квартала, финалист «Фабрики звезд 4». Ну, естественно, занимается проведением торжественных мероприятий, свадеб, ну и прочих ништяковых фишечек, господа. Ну, и как вы понимаете, Stalker настолько культовый, что действительно он даже разместил у себя новость, и это честь озвучивать главного героя данной прекрасной, чудеснейшей, и я надеюсь, культовой игры. Поэтому, бояре, действительно много интересных, чудесных новостей, но надеемся на то, что GSC будут поаккуратнее, будут действительно свой продукт ценить и уважать, и ихний труд — это продажи и еще раз продажи игры после выхода. Если взломает игру, то все сканет на нет. Поэтому, бояре, вот такие вот пирожочки. Если вам понравилось данное видео, ставьте свои лайки. Если вам не понравилось данное видео, ставьте свои дизлайки. Подписывайтесь на наш канал чудесный и не забывайте бить в колокольчик, тем самым подписываться на все выходящие видео. Все, ребята, всем спасибо, до новых встреч, всем пока.